В ближайший год областную аллею трудовой славы будет украшать имя промышленного гиганта региона, одного из российских лидеров по добыче железной руды, Стойлинского горнообогатительного комбината. О слагаемых успехах предприятия, производственных и управленческих, в сюжете Натальи Александровой. Престижному званию одной из самых рентабельных горнодобывающих компаний в мире Стойлинский ГОК шел 56 лет. Здесь добывают железистые кварциты и богатые руды, а с 2016 года производят новый для комбината вид продукции – железорудные окатыши. Сейчас название комбината – это синоним продукции высочайшего качества. Важнейшая ценность компании – люди, которые здесь трудятся, а это около 6 тысяч рабочих. От человеческого ресурса зависит намного больше, чем от денег и технологий. В этом уверено руководство комбината. Именно поэтому каждому трудящемуся индивидуальный подход. Разработаны программы, которые помогают развивать потенциал каждого, его профессионализм. Чтобы выявить существующие проблемы и повысить мотивацию, руководство каждый месяц лично общается с коллективами всех подразделений. Итог такой грамотно выстроенной управленческой политики – рост производительности труда и, как следствие, заработной платы, а в целом – производственной мощи комбината. И вот прогнозируемый и заслуженный результат. Сегодня мы чествуем лучших из лучших. Среди промышленных предприятий. Стойлинский горно-обогатительный комбинат. Город Старый Оскол. Признание на областном уровне – это общая победа коллектива, каждого его труженика, считает генеральный директор комбината Сергей Напольских. Секрет нашего предприятия в том, что наше предприятие постоянно развивается, совершенствуется и двигается вперед, не стоит на месте. И вот тот факт, который произошел в прошлом году, в 2016 году, открытие нового производства фабрики окамкования, это тот результат, который вот подтверждает еще раз этот момент. Производственная мощность фабрики окамкования – 6 миллионов тонн окатышей в год. Это одна из самых современных на сегодняшний день фабрик такого уровня в Европе. Промышленных запасов Стойлинского карьера хватит на 130 лет, а значит, у Стойлинского ГОКа впереди еще много трудовых побед. Наталья Александрова, Павел Емелин. Новости Мира Белогорья.